Слов нет. Великолепие сплошное. Никакого описания не хочется говорить об этом человеке. Просто. Да вы все сами увидите и загоритесь. Он все скажет сам за себя. И мы встречаем Сергея Огнева. Сергей Огнев! Мне кажется, или это были, по-моему, самые громкие овации за сегодня. Давайте повторим, это мне очень нравится. Еще раз. Да, вот это хорошо, это кайф. Я сегодня подготовил для вас несколько стихотворений. Я знаю, что мне выпала честь. Мне выпала честь сегодня завершать целый цикл мероприятий. И большое за это спасибо организаторам. И, ребята, я понимаю, что я могу вас заебать тем, что я прошу вас аплодировать, но вот им отдельные аплодисменты. Они супер крутые. Без них бы этого всего не было. Окей, каждый раз я отвешиваю огромный респект. Ладно, больше не буду долго говорить. Начнем. Среда смешалась с четвергом. Как рюмка водки с пинтой пива. Не говори мне о плохом, когда вокруг все так красиво. За окнами штурмуют ночь. Чуть пьяные немые звезды. Мы выгоняем мысли прочь. Сидим и курим, курим просто. Мы пишем горькие стихи. В амфитеатрах одиночеств. Стареющие маяки босых евангельских пророчеств. И принимаем этот путь как правильный. Единоверный, хватая истину за грудь в одной из тысячи вселенных, где голой правды не найти, но, обнажая этот город, я не сдержусь, сорвусь с цепи в густую ночь, февральский холод, любовь в большом пуховике, смотря в глаза, закурит нервно, и мы идем рука в руке в одной из тысячи вселенных. Я не вернусь домой к утру, запутанный корнями улиц. Цветок восхода на бегу я выкрал для нее. Безумец меня найдет городовой. В обрывках строчек наконечной маршрута линии метро туда, в мерцающую вечность приказов утренней тоски. Городовой потушит звезды и станут наши маяки концовкой самой скучной прозы. Но ты, надежду затая, смягчи удар моих стихов о землю. Белой кровати февраля в одной из тысячи вселенных. Здесь не очень большой зал, как меня слышно? Отлично. Все слышно, можно я без микрофона продолжу? Да. Окей, супер. Посмотри на них, они живые. Все мои дурацкие стихи, как пули, нет, скорее на живые. Они укладывали на пол эти дни, не горечи, отчаяния и драмы, ни без рассветов, сожалений, грез, и нет такой несовместимой жизнью травмы, которая мне выклевала мозг, а вдруг настанет. Я вооруженный. С макушки и до кончиков ногтей буду кричать во славу прокаженного о беспредметности и суетности дней, которые на пару строчек выше уже успели вдариться о пол. Смелей, малыш, сберись по ним на крышу, там наши заждались, накрыли стол, бери что хочешь, спрашивать не надо. Чувствуй себя как дома, не в гостях. Мы собрались искать святую правду в любимых женщинах, под небом и в стихах. Излишний романтизм, но по-другому я не умею и учиться не хочу. Это скользит так аккуратно, по-живому, по памяти, по прошлому, по дну, так сбросив кожу неподъемным грузом. Во времена тотальной тишины блестят глазами обнаженной музы слова заточки, строчки длинные, ножи. Если будет поспокойней.
первое стихотворение. Это ничего не стоит. Улыбки и кокетство, все рукопожатия стоя, все проверенные средства, все, что льется с болью в горло, все, что бегает по венам, это больше не живое. Здесь живые только стены. У кого большие уши, у кого язык подвешен, ты всем нужен, 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 но все меньше, меньше, меньше. Это типа как простуда, но без всяких осложнений. Тело, битая посуда, сердце, лампочка над дверью. Она входит во всем белом, милая, лучше посмейся, обведи осколки мелом, аккуратней, не порежься, делай все, что пожелаешь. Я тебе до гроба верен, но обещай, что не погасишь эту лампочку над дверью, где проход на кухню узкий, где с тетрадкой на коленях я пишу тебе, как музе, первое стихотворение. Каждый раз, выходя на сцену, я думаю, блин, что читать? Каждый раз я думаю, что я написал мало, и что это не подходит, и другое нужно читать. Ну, в общем, такая вот синдром самозванца. Каждый раз выходишь, думаешь, что это вообще делаю? А потом вот стоишь здесь и понимаешь, делаю то, что должен делать, то, что умею, то, что люблю. И сегодня я насчитал 84 стихотворения. Прикиньте, 84. У меня скоро сборник выходит, об этом никто не знает, кстати. Да? Девочка с Дальнего Востока, моя подписчица, у меня 450 подписчиков в группе, она написала, я хочу свою дипломную работу сделать, ну, с помощью твоих стихотворений. Вот, мы выпустим книгу твою, давай сделаем эту тему. Я такой, давай сделаем. И сегодня я отправил 84 стихотворения. Вот туда. Поэтому я думаю, что уже пора. Думаю, что уже пора, и думаю, что вы будете первыми, да, кто об этом узнали, кто, надеюсь, просто почитает, приобретет, почему нет. Я пока не рекламирую, пока его еще нет, но будьте готовы, скоро это выйдет. И это будет сильно, я думаю. Окей, у меня осталось два стихотворения. Лирика и жизнь. В небе россыпь кириллицы, в буквах легко запутаться. Возле отдела полиции мы нежно с тобой целуемся. Я не люблю признания в вине и в любви бессмысленно. Просто будь моим расстоянием от шторма к надежной пристани. В этом городе слов и домыслов нас забили еще под партами, где ругали за дерзость голоса, где менты по типу докхантеров отравляли щенков на улице. Один по 500, два за 1000, и ты следующий, кто откупится. Но отсюда уже не выскочишь. В черном небе россыпь кириллицы не составит слова, как не смешивай, только дым поцелуй в твое лицо, хоть отмаливай, перекрещивай этот город послушных гениев и талантливых ярких бездарей, поколение самых ветреных, как пружина под жестким прессингом, но разжимается поцелуями, объятиями, лаской, нежностью. Будь моим расстоянием сквозь бури, и я стану надежной крепостью для всех нас. И погода сменится, будут дети в просторной комнате повторять твои жесты в вечности, предначертанной моим голосом. Последний стих я посвящаю каждому из вас, кто сейчас меня слушает. Спасибо. У кого есть какие-то планы, можете выйти отсюда. Этот стих не будет вам посвящен. А кто тут остается еще на 2 минуты, это все вам. Окей? Скоро здесь будет чисто.
чище, чем пол в прихожей. Белее зубов дантиста, насколько еще возможно, писать буду так и эдак, развязывать руки мыслям в пародии на поэта с претензией на артиста. Ведь слова — это только метод. Симфония слов, стихия, так строчки, рождаясь летом, безмолвному дали имя, а он выронил их на волю. По ветру их сбросил пеплом, да. Курить запрещали в школе, но в школе он почти не был. Летели за краем неба, прицели над сердцем, то есть, не помня, где был и не был, утратив в дороге совесть, а дальше туман рассудит. Единственный мой свидетель, но об этом ни слова в суе и ни слова об этом детям. Любимая, дай им время и не торопись событий, ведь слова — это только метод в раскрытии новых истин. Я им не нужен более. Они помечают цели. Мысли теперь короче. Люди теперь мишени. Здесь станет предельно чисто. Нога шаг вперед на сцену. Я не понимаю смысла и не соблюдаю меру. Меня уже не существует. Есть только одно на свете. Строчки летят вслепую. Мои беспризорные дети, оставив на память голым, раздев меня с ног до мыслей, снегами лежат глаголы на вас, а я снова чистый.